идет из-под земли. В Белогорье повышается уровень грунтовых вод. Затоплены десятки участков и несколько жилых домов. Сомнительное веселье. В Благовещенске компания молодых людей решила показать свои силы и вырубила два фонаря в центре города. За год подросли. Городские продавцы показали ассортимент школьной ярмарки и рассказали, почему и насколько выросли цены. Обо всем более подробно в материалах наших корреспондентов в эфире «Новости города». Здравствуйте. 194 жилых дома и больше 1500 приусадебных участков остаются во власти большой воды в Преамурии. Сложная паводковая ситуация сохраняется вблизи областной столицы. Так, в селе Белогорье повышается уровень грунтовых вод. Спасти дома от затопления спасатели там пытаются с помощью мотопомп. Из подтопленного села материал Алены Лепкаловой. Вот вода. Под поле. Пока в подполье, но скоро может подняться выше уровня пола и зайти в дом, рассказывает житель Белогорья Виталий Аршинский. Дожидаться подтопления он и его семья не стали. Мебель и бытовую технику подняли как в доме, так и на летней кухне. В нее вода уже зашла. А по двору и огороду передвигаться можно только в резиновых сапогах. Часть утонувшего урожая семейство Аршинских спасало на днях. После покинули дом. Мы с супругой живем, у нас квартира отдельная есть, а бабушку и деда сняли квартиру, перевезли их, то есть некуда деваться. Как бы предложили эвакуироваться, ну, в какие-то палатки на стадионе около школы нашей, но это бред. У меня деду 76 лет, он на кислороде лежит, это просто нереально в палатке старого человека держать, нет. На другой стороне улицы Заозерной, которая пока больше всего страдает от грунтовых вод, живет Анна Панкова. Очень переживает за соседей и постоянно наблюдает за своим двором, где тоже уже стоит вода. Подниматься она начала около 5 дней назад, и с каждым днем ее все больше. Та сторона все равно больше страдает, чем мы, поэтому на ту сторону вода сразу идет, потому что Зея ближе, озера ближе. А вот людей жалко, которые на самом деле ту сторону затопило, там у некоторых даже в дом вода вошла. Вода сейчас стоит в двух домах на улице Заозерной. Хозяева их покинули и приезжают только, чтобы посмотреть, насколько еще стихия повредила их жилье. Тем временем в селе спасатели установили еще одну мотопомпу повышенной мощности. Она поможет быстрее откачать воду с этой улицы, не допустить того, чтобы вода зашла в остальные дома. На данный момент в селе Белогорье работает 18 мотопомп небольших. И вот вторую сейчас запускаем уже повышенной мощности. И две пожарные машины также стоят и откачивают воду. По последней информации Амурского гидрометцентра, гребень паводка на Зее прошел областную столицу. Уровень воды в реке постепенно понижается. Например, в районе Владимировки и Усть-Ивановки в ночь с 16 на 17 августа Зея потеряла 14 сантиметров. Алена Лепкалова, Дмитрий Козлов, программа «Город». На Преамурье надвигается циклон. Он принесет с собой сильные дожди с грозами и ветром. Уже 17 августа слабые и умеренные дожди ожидаются в северных районах области. 18 числа по всей ее территории. По-настоящему циклон заявит о себе 19 августа, преимущественно на севере. Однако в течение следующих трех дней, до 22 августа, он накроет всю территорию Преамурья. Смещение циклона будет сопровождаться усилением ветра до 20 метров в секунду, обильными осадками, местами более чем до 40 миллиметров и сильными грозами. Продолжаем выпуск. Добираться из Благовещенска до Комсомольска-на-Амуре теперь можно будет быстро и с комфортом. С 19 августа между двумя дальневосточными городами стартуют регулярные авиаперелеты. Выполнять их будут самолеты авиакомпании «Аврора». Рейсы будут отправляться два раза в неделю, в среду и четверг. Обойдется такое воздушное путешествие в 4,5 тысячи рублей в одну сторону. Предполагается, что новый социально значимый рейс позволит повысить транспортную доступность между городами, к чему в свое время призывал президент Владимир Путин, по инициативе которого и была создана единая дальневосточная авиакомпания. Штраф за нарушение биобезопасности при работе с исследованиями на COVID получила одна из лабораторий областного центра. Постановление вынес Благовещенский городской суд. Среди нарушений, выявленных Роспотребнадзором, который и обратился в суд, хранение в одном холодильнике образцов проб и реагентов, повторное использование одноразовых комбинезонов, проведение термометрии сотрудников только один раз в начале рабочего дня и ряд других. Суд счел претензии к лаборатории обоснованными. Как сообщает пресс-служба ведомства, наказанием за нарушение стал административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
Сбытчика наркотиков задержали полицейские. Он наладил поставку крупных партий синтетики в Приамуре, которую сбывал путем закладок. Установлена его причастность к 6 таким фактам. Во время задержания подозреваемого обнаружено и изъято около 1 килограмма N-метилэфедрона, известного как «собака». В ходе обыска по месту проживания изъяты также более 30 граммов мефедрона и более 100 граммов гашиша. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, наказание по этой статье вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, а полицейские выявляют каналы поставки наркотиков и лиц, причастных к этому преступлению. Битые фонари, маты и безудержное веселье. В социальных сетях появилось видео, как неизвестные разбивают плафоны фонарей наружного освещения в самом центре Благовещенска, прямо за домом правительства. На метеорит, блядь. О, второй пошел, да? Девушка снимает происходящее на телефон и весело все комментирует, а молодые люди бьют плафоны. Уничтоженными в итоге оказались 2 стеклянных шара. Они разбиты вдребезги. Впрочем, ущерб, нанесенный городу, скорее всего, будет возмещен, а вандалы понесут наказание. По камерам видеонаблюдения уже удалось найти девушку, снимавшую расправу над фонарями. Отыскать актеров с этого видео труда тоже не составит. Средний чек затрат на сборы ребенка в школу по сравнению с прошлым годом подрос на 13%. Такие данные приводит один из популярных аналитических ресурсов. Согласно ему, минимальные затраты составят почти 13 тысяч рублей. В Благовещенске приобрести все необходимое для учеников традиционно можно на школьной ярмарке. Об ассортименте и ценах расскажем в нашем сюжете. У нас есть очень много рюкзачков для мальчиков, для девочек. Гольфики всякие разные, какие угодно. Колготок вообще миллион. Банты – это отдельная история, их очень много. Рекламировать свой товар Ася Елисеева может до бесконечности. Он у нее преимущественно для девочек, а тут понятно, простор безграничный. Блузки, рубашки, сумочки, всевозможные банты, заколки, резинки для волос. Цены на мелочь стартуют со 150 рублей. Форма, разумеется, обойдется в разы дороже. В среднем платье стоит 2-2,5 тысячи. Фартук 600-700 рублей, так в среднем примерно. Можно, конечно, найти дешевле, где-то дороже, но в среднем вот так вот. Костюмы. Костюмы 2-2,5 тысячи. Примерно, ну, все одинаковые цены. Рубашки можно купить до 1000. Есть, конечно, также дороже. Цена, рассказывают продавцы, зависит от производителя, а их здесь целый интернационал. Самая дорогая одежда в этом сезоне из Польши. Так, например, польские рубашки обойдутся в 1800 рублей. А вот китайские товары традиционно дешевле. В палатке у Ильи Зимина любую пару обуви можно купить за 1500. Ее привозят из Пекина. Хорошая, с кожаной стелькой, люди носят годами и как бы приходят только к нам обуваться. Скидку в размере 5-10% тоже делаем. А в каком случае? В случае, если берете 2 или более вещи из нашего ассортимента. Ассортимент на школьной ярмарке большой. Кроме товаров из Китая и Польши, представлены Россия и Беларусь. Покупателей тоже много, как городских, так и приезжих. Ирина Ланкина приехала с дочерью из «Прогресса». На сборы в школу с семейного бюджета готовы потратить до 20 тысяч рублей. Приобрели блузки, вот ребенку портфель ищем, дневник, тетрадки и все тому подобное. Да, сарафан выбирали. Вот сейчас еще пройдемся, посмотрим, что понравится, то и приобретем. Кроме вещей на школьной ярмарке, традиционно можно приобрести и канцелярию, и портфели. Правда, они в этом году подросли в цене на 10-15%. Всему виной ковид, говорят продавцы. Доставка товара занимает больше времени и подорожала. Но, несмотря на это, они идут на уступки покупателям. Посетить школьную ярмарку получится до 1 сентября. Алена Лепкалова, Дмитрий Козлов, программа «Город». Юная благовещенка Полина Хомяк представит областную столицу на крупном модельном конкурсе «Мини-мисс Россия». Он пройдет в Сочи с 25 по 30 августа. Полине 13 лет, она воспитанница модельного агентства. Возможность представить Приамурье в Сочи она получила после того, как одержала победу в Хабаровске на конкурсе «Мини-мисс Дальний Восток». Там конкуренцию благовещенки составили 29 юных моделей. В Сочи девушку ждут конкурс талантов и несколько дефиле. В одном из них Полина покажет наряд, на котором изображен космодром «Восточный». Мы желаем Благовещенке очередных побед на предстоящем конкурсе, а телезрителей просим делиться с нами интересными историями, фото и видео. Свежие новости из жизни города можно прочитать на нашем сайте tvgorod.rf и в нашем Instagram. Всего вам доброго и до встречи в эфире.
В среду, 18 августа, в Благовещенске утром на небо набегут облака. Термометры замрут на отметке плюс 20, легкий южный ветер. Днем он немного усилится, будет также пасмурно, потеплеет на 4 градуса. Вечером небо разъяснится, будет дуть с юга со скоростью 2 метра в секунду, плюс 23. Ночью звезды скроют облака, похолодает на 6 градусов, ветер тот же. Атмосферное давление не доставит беспокойства метеочувствительным, будет держаться в пределах нормы, преимущественно 747 миллиметров ртутного столба. Улыбайтесь чаще. Уровень воды в реках Преамурья продолжает идти на спад. Местами гидрологи фиксируют снижение от 1 до 33 сантиметров. За прошедшие сутки Амур в районе Благовещенска потерял 14 сантиметров. Сейчас уровень воды в реке Черного Дракона составляет 677 сантиметров. Зея в районе областной столицы уменьшилась настолько же. Сейчас ее уровень составляет 690 сантиметров. Отметка «Неблагоприятное явление» превышена на 90 сантиметров. В районе Белогорья Зея тоже идет на спад. За сутки минус 27 сантиметров. Отметка «Опасное явление» превышена на 23 сантиметра. Как побороть вредные привычки и что делать, если должник обязан уплачивать алименты по решению российского суда, проживает за пределами РФ? На эти и другие вопросы ответит телесправочник. В студии Алена Лепкалова. Здравствуйте! Первая в редакцию обратилась Людмила Павленко. Она индивидуальный предприниматель, хочет получить квалифицированную электронную подпись. Можно ли это сделать в налоговой? Какие документы туда нужно предоставить? С 1 июля получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи можно в территориальных налоговых органах. Обратиться за получением квалифицированного сертификата в удостоверяющий центр ФНС России могут юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус. Для получения квалифицированного сертификата необходимо следующее. Документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, USB-носитель ключевой информации. Следующим в редакцию обратился Игорь Кравченко. Благовещенец заметил, что на контейнерной площадке около его дома мусор лежит прямо возле баков уже несколько дней. Кто должен его убрать, управляйка или регоператор? Бремя на содержание контейнерной площадки возлагается на собственников контейнерных площадок, либо на управляющую компанию, если это многоквартирный дом, либо на юридическое лицо, если площадка принадлежит ему. Также на собственника частного контейнера, если этот контейнер находится на частной территории. В новом учебном году хочу отдать своего сына на занятия в IT-куб. Он мечтает конструировать роботов. Подскажите, как это сделать? С таким вопросом к нам обратилась Екатерина Новгородцева. Запись на новый учебный год мы открываем с 23 августа. На навигаторе доп. Образования нужно будет пройти и найти нас в качестве организатора CCOD IT-куб и уже выбрать интересующее направление, зайти во вкладочку каждого обязательно, изучить расписание очень внимательно и подать заявочку. Куда более проблемный вопрос у Василисы Новиковой. Бывшего мужа Благовещенки суд обязал выплачивать алименты на их сына, но полгода назад он переехал жить в другую страну. Регулируются ли такие обстоятельства законом, где с ним ознакомиться? Вопрос об исполнении за рубежом судебных решений, он связан непосредственно с наличием международного договора. Перечень международных договоров Российской Федерации, который предусматривает взаимное признание и исполнение, находится и размещен на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России. Не могу избавиться от вредной привычки, постоянно сижу за компьютерными играми. Как исправить ситуацию и у кого попросить помощи, интересуется Даниил Савенко. Чаще всего, когда человеку необходимо справляться с зависимостью, с привычками, ему нужна альтернативный социум, альтернативная группа поддержки. Да, вот какие-то люди, которые эту культуру не поддерживают. В следующем выпуске мы расскажем, примут ли излишки линолеума обратно в магазин и можно ли обратиться с жалобой на водителя автобуса, если он проехал нужную остановку. Если у вас тоже есть вопросы, звоните в редакцию, пишите их в Инстаграм. Всего доброго и до встречи в эфире.